Уже недалек день, когда в строй действующих предприятий Днепропетровщины вступит первый на Украине шинный завод. Сейчас идет опробование, проверка и регулировка механизмов. Заметьте, в цехах завода почти не видно людей. Все процессы производства покрышек выполняют автоматы. Это главный пульт управления. Пусковой период близится к концу. Скоро страна получит продукцию с новой маркой. Днепропетровский шинный завод.